я поговорю с ней, так что можешь пока не париться об этом. Ладно. Эй, Моника? Он тебя не любит. Что? Посмотри правде в глаза. Ты сочиняешь ему любовные стихотворения, либо описываешь в них свою проблему. Меня это сильно тревожит. А то, что ты оставляешь свой пиджак расстегнутым, чтобы... что? Он не ответит взаимностью на твою любовь, а если бы и ответил, то только из-за жалости. Перестань уже быть эгоисткой. Перестань вообще думать о нем, вообще. Его сердце принадлежит другому человеку.